Дорогие друзья, всем ассаляму алейкум, всем привет! Я сейчас собираюсь на карго и должна вот упаковать, в общем, какую-то часть одной клиентки, вторую часть другой клиентки. В общем, вот, еще один заказ на куртку Массимо, в черном только цвете, она уже тут подлиннее, вот видите, фасон какой. Цена 4499 лир. Вот, вот такой костюмчик Зара детский. Видите, кофточка на флисе, лосины трикотажные. Также вот здесь вот кофта пола полоску. И штанишки уже вот такие пошире. Это уже цены тут за весь комплект. Видите, это вот комплекты. То есть не по отдельности они продают, а комплектами эти костюмы продают. Так, 890 лир стоит этот костюмчик. И 790 стоит этот костюмчик. Классненький. И смотрите, что самое такое интересное. Сапоги какие крутые. Очень крутые. На каблучке. Видите? Уже похожую модель заказывали, но там был каблук немножко другой. Ну, классные даже сапожки. Цена этих сапожек 2390. И мне безумно нравятся эти шлепанцы Зара. Посмотрите, какие они красивые, какие они качественные. Красота даже. Просто прелесть. Цена 1090 лир. Такие вот классные шлепанцы. Вы тоже можете заказать. В прошлом году хорошо шлепанцы заказывали. Сейчас как раз сезон. В общем, 1090 лир стоит. А цену я конвертирую в рублях на сегодня, вставлю. Смотрите на экран. И самое интересное, вы только посмотрите на эти босоножки. Какие они шикардосные. Посмотрите на эти босоножки. Прелесть даже. Очень крутые босоножки. Качество просто отпадное, качество отличное, девчонки. Видно, что хорошая обувь, качественная обувь, красивая. Очень тяжело сейчас их достать, нужно всматривать, и как только появляется нужный размер, выкупать. Вот 6 пар купили, 6. 2 36-х, 2 38-х и 2 пары 39-е. Аж целых 6 пар взяли, девочки, представьте. Так что, девчонки, сейчас очень много новинок. И я хочу сейчас поехать в торговый центр. Кстати, вот такой пиджачок уже еще раз, который раз отправляю. Хочу поехать в торговый центр. Нужно мне посмотреть одно платье черное. Оно появилось новое платье в стиле абайки в Зара. Знаете, такое черная такая абайка. Ну, наверное... Это не абайка, но мы так называем такие вещи. Длинная. Я так хочу посмотреть, потому что я долго ждала, долго не появлялись они в офлайнах и в онлайнах. Были, в онлайне были, но было написано, что скоро поступят. И ни в офлайн не было, ни в онлайн не было. Вот поступили, наконец, в онлайне есть и в офлайне есть. Я хочу пощупать, посмотреть какое-то платье. Поеду туда, в торговый центр, и еще кофту надо купить клиентке. Покажу вам, короче. У нас погода, видите, сегодня какая? Дождик. Сегодня 13 марта. Кстати, у меня сегодня пост. Приехала в торговый центр. Вот про это платье я говорила. Кармашки есть. Ткань поплин. И это платье не просвечивается. У меня спрашивали, просили, чтобы я узнала, просвечивается ли оно. Нет, абсолютно не просвечивается. Поплин ткань. Хорошая ткань. В общем, вот длинное платье. Цена 1590. Размер на ряд XS по 2XL, девочки. Вот такой фасон сзади. Кстати, классненький жакетик. Посмотрите, первый раз вижу такой жакетик. Симпатичный, такой воздушный, мягкий, стильный. 1590 с XS. L размер. Тоже ничего такой, да, жакетик симпатичный. Вау, классненькая сумочка, посмотрите. Вот эта модель поменьше мне больше нравится. Есть побольше модельки. Ну вот это вот малюточки такие классненькие даже. Супер. Цена 990. Надеюсь, за этой музыки, которая сейчас играет, меня опять не заблокируют в Ютубе. В прошлый раз заблокировали, пришлось удалить звук.
Вау, новая юбка появилась. Посмотрите, какая она классная. Супер просто. 1590 и размер лят XS и ML. Классная юбка, девочки. Вообще. Абсолютно длинная. Так, у меня просили узнать, вот эта юбочка хочет. А, это такой же фасон, только в сером цвете. А меня просили вот такую вот юбку найти, ML, но сейчас нету, только XSS есть. Смотрите, вот такая же, как и белая, но только в сером цвете. Новинки, очень классная, цвет вообще. И знаете, этот фасон даже как будто бы богаче, что ли, смотрится, чем тот. Обратите внимание, даже вам тоже так, ой, вам тоже так кажется, что как будто бы покруче смотрится. Тоже с XS по XS и ML. И она, по-моему, длиннее. Да, классная. Костюмчики, вот видите, розовенький костюм, классненький. Столько вещей новых. Такая юбочка ламбада. Здесь видите гипюр, а внутри шорты. Вот этот жакет мне нужно забрать, за ним я приехала сюда. Тоже ничего такой, да, пиджачок. Так, цена 2390. Этот я взяла. Видели такую обувь? Точно, летом ноги не вспотеют. Цена 1290. Хорошенький пиджачок, цвет такой хороший. Цена 1790, это XL, XS по 2XL. Размер. Так, посмотрим сейчас на эту жилеточку прикольную. Мне она понравилась очень. Вам нравится? 1150 стоит. С XS по 2XL. А, еще в черном цвете есть. Я вот издалека заметила, что такие же и черные есть. И знаете, что я заметила? Вон, видите, босоножки тигровые. Я сегодня вам утром показывала, которые заказали девочки из онлайн-магазина. Вот эти босоножки, они супер классные, девчонки. Они уходят в лед. В онлайн уже нету их, представляете? Тяжело их найти в онлайн-магазине. Так появляются иногда размеры. Какой нежный цвет, жемчужный цвет. Красивый фасон. И поверх этого платья какой-нибудь жакет, знаете, укороченный. Мне кажется, классно смотрелось бы на то, но те, кто не носит вот такие вот на бретельках платьюшки, как вариант жакет поверх этого платья. Мне очень нравится цвет, супер. И я уже рассматриваю для себя. Посмотрим, сейчас жакетик какой-нибудь здесь есть. Или же вот с таким платьем, наверное, жакет будет лучше смотреться. Вот именно такой цвет. Ну, посмотрим. Ну, что-то типа такого, знаете, фасона. Не классика, а вот именно вот, вот такая вот свободного кроя кофточка. Ну, только цвет, мне кажется. Хотя вот этот цвет подойдет к зеленому платью. Классно будет, наверное, даже. И вот укороченный. Вот такой был бы кремовом цвете. Не могу выговорить. Тоже классный жакетик укороченный. С тем платьем бы супер смотрелось бы в кремовом цвете. Но цвет вот болотный не очень. А так в целом сам фасон супер крутой. Даже так больше я вариантов не нашла. Жакетиков не так много в этом торговом центре. Поэтому возьму вот этот, посмотрю. Как вам такой образ? Не знаю, мне очень нравится. Я бы даже хотела поплотнее такой жакет, знаете, такую покрупнее вязку, что ли. Блин, была бы еще горловина не такая большая, ну, не очень-то открытая. А так в целом мне очень нравится. Знаете, мне кажется, идеально подходит этот жакетик вот именно к этому цвету. И когда в одетом виде, мне кажется, будет намного круче смотреться, классно будет смотреться.
тоже неплохо, да, к этому платью, к этому цвету тоже неплохо. Но все равно сюда лучше молочный, ой, такой кремовый жакетик к этому платью. Так прикольно. Короче, сколько стоит жакет-то? 1150 лир. Это платье тоже стоит 1150 лир. Когда я на карго отношу заровские заказы, иногда я в пакете Зара несу. И у меня многие спрашивают: девушка, где вы тут Зара покупаете? Есть это оптовый магазин? Думают, что я в оптовом магазине покупаю и отправляю. Я говорю, нет, оптового магазина здесь нет. Но здесь вот недалеко от Аксарая есть торговый центр «Хистория» называется, если что, имейте в виду. Там Зара есть, правда, небольшой магазин, но тем не менее. Так, сейчас забрала еще один заказ. Покажу вам этот препарат более подробно. Сейчас наверх поднимусь. Надо выбраться из этой улицы. Видите? Он, бедолаги, как тащит свой груз. Вот так вот люди работают. Короче, вот такой препарат мне нужно отправить. Темудал 100 миллиграмм. Серт капсуль, значит, твердая капсула. Не знаю, для чего это предназначен препарат. Для чего. Ну, в общем, понятное дело, что больным людям нужен этот препарат. Дай Аллах им здоровья. Но дорогой, знаете, так, 5 капсул. Я так понимаю, в упаковке 5 капсул. Видите? Кто знает, что за препарат? Короче, вот эта вот одна упаковка стоит 2670 лир. Представьте, 5 капсул, одна упаковка, 2670 лир. Вот. Не за все, одна упаковочка. Представьте. Плюс еще за доставку люди платят. Если они из Стамбула заказывают, либо им нужен оригинал 100%, и они берут отсюда, или же, ну, плюс к тому, что им нужен оригинал, наверное, еще и подешевле нужен. Скорее всего, возможно, у нас подороже он будет. Хотя я не уверена, не знаю. Дай Аллах заболеть. Страшное дело в наше время болеть. Такие дорогущие препараты. Бедные люди, которые болеют. Дай Аллах здоровье и терпение. Сейчас пойду уже на другой карго иду. Это нужно отправить в Грозный. И эти ребята напрямую в Грозный отправляют лекарства. И также отправки у них. Авиадоставка. 1 килограмм. А Стамбул-Грозный у них стоит $9. 1 килограмм. А вот сколько стоит лекарство, не знаю. Было, как-то я отправляла полгода назад, $35 1 килограмм стоила доставка лекарств. Ох, смотрите, как красиво. Видите, расставили палатки, здесь проходит голосование. Я вам говорила в предыдущем ролике, избирают партию, муниципальные выборы. Посмотрим, кто победит. 31 вроде бы марта будет итог. Я сейчас иду в мечеть, помолюсь. Благо, сегодня ничего не надо готовить на ифтар. Я вчера приготовила гречку и такой вкусный соус приготовила. Мухаммад был в восторге. Он тоже держит пост, уразу. Вот. Правда, ему сложнее, он еще в школу. Он говорит, в школе тяжело. Но держится пока что. В общем, сейчас в мечеть зайду. Мне нужно совершить обеденную молитву, после чего пойду уже домой. Нужно купить гречку. У меня закончилась гречка. Я одну упаковку только взяла. Когда увидела, так обрадовалась, что здесь продается гречка. Никогда раньше не замечала. До ифтара осталось 4 часа 30 минут. Ох, скорее бы уже время подошло. Так, намаз совершила. Сейчас хочу взять листья салата. Я хочу брокколи-салат сделать на вечер. Соус мы будем вчерашний доедать с Мухаммедом. А вечером нужно сделать какой-нибудь салатик. Вот я хочу брокколи, оливковое масло,
листья салата или вот, вот. Хорошо, что есть. Вчера не было. Так, помидоры есть, черри есть. Ну все, пока что только листья салата возьму. А, клубничка закончилась. Смотрите, какая красивая клубника. Ароматная такая. А, говорит, я там клубничку отобрала себе. Ой. Так. И мне сейчас в голову пришла такая идея. Я вообще не люблю шоколад. Я редко когда ем шоколад. То есть мне нравится шоколад. Но просто я редко его когда ем. Не всегда особо его хочется. Вот. А сегодня я хочу клубнику с нутеллой покушать. Надо найти нутеллу. Ух ты, скидки. Так. Ну, не особо большая скидка. 24,99. Старая их цена. Сейчас 23,99. Ну, 1 лира всего лишь. Так, надеюсь, нутелла здесь есть. Орео здесь стоит 70 лир. Надо Мухаммеду купить, он любит орео на вечер. Так, в коробочках стоит 80, ну, без одной копейки 1 лира. Получается 81,99. В общем, 82 лиры стоит. Ну, тут плюс 5 штук еще, так что возьмем. Он у меня любит орео. А вот и гречка. Кара Бугдай. Я не знаю, сама гречка, видимо, так называется. Кара Бугдай. Или же это фирма. Хотя нет, фирма Рейс. Да, гречка здесь называется Кара Бугдай. Цена 76 лир, 99 куруш. Ну, 77 лир. 500 грамм. 77 лир. Консервированная фасоль 46 лир. Не пробовала. А это что, долма? Консервированный перец болгарский, что ли? С рисом? Да. Попробовать бы, но 80 лир стоит. Так, сыр скидки. Так, яйца тоже со скидками. 80 лир стоит. А сколько штук я не вижу? А, 15 штук, 80 лир. А стоили эти яйца? 112 лир надо взять, раз такая хорошая скидка. Фрукты я покупаю по чуть-чуть домой, потому что Мухаммад совсем не кушает, только бананы может покушать. Я тоже не ем фрукты, не любитель, они у меня пропадают. Также и клубника может пропасть, поэтому я клубнику тоже по чуть-чуть беру. Вчера я съела клубнику, я за 2 дня съела килограмм клубники, это вообще рекорд, никогда такого не было. И вот сегодня по этому дела. Но сегодня я захотела с нутеллой, но нутеллы не было в магазине, вот в другом будет в магазине. Видите, какая холмистая местность здесь, в этом районе. Девчонки, хочу показать вам свои покупки. Уже давно лежат у меня эти сандалии, я купила. Ну, уже потеплело, уже можно носить. В общем, заказала из онлайн-магазина Zara эти сандалии. Видите, вот тут вот замш. Такой дизайн. Мне понравились очень эти сандалии. Буду носить их с носочками. Сейчас вам покажу носочки. Я одену, покажу. 1990 лир стоит. А цену в рублях вставлю, текст. Также купила... Это у меня онлайн-покупка, это офлайн-покупка. Вот такую косыночку купила в магазине Zara. Мне очень она понравилась, эта косыночка. 650 лир стоит. И также в магазине я купила эту сумку. Правда, сумку я уже все ношу. Сумку я пользуюсь. А, не помню. В общем, на сайте поищу, вставлю текст. Честно скажу, не помню цену. А также купила вот такое вот платье себе. Zara. Мне очень понравилось это платье. Оно очень красиво сидит. Знаете, девочки, сейчас я одену, вам тоже покажу. Оно худит, мне так кажется. И классно сидит. XS по 2XL. Пока что есть все размеры. На сайте я посмотрела. Заказала из онлайн-магазина тоже это платье. Я думала, что буду носить это платье с каким-нибудь пиджачком, блейзером. У меня есть блейзер. Я заказала себе блейзер тоже. Безумно мне он нравится. Я вам показывала в магазине. Как-нибудь потом покажу. Но почему-то потом уже мне захотелось это платье с каким-нибудь таким легким, тоненьким жакетиком.
носить. Вот. И я заказала вот этот жакетик себе с золотыми пуговичками. Я увидела эти золотые пуговички, и мне очень захотелось. Я вот почему-то вот мысленно представила это платье, этот жакетик и вот эту сумку. Я еще представляла сандали, но я не учла, что сандали здесь, вот видите, серебро, брошки. Ну да ладно, обувь может другую, я думаю, может какие-нибудь балеточки подойдут, посмотрим. Сейчас одену, покажу. Совсем забыла про этот платок, этот платок тоже я купила в Zara в магазине, но я уже купила офлайн. Вот, и ткань сатен, в общем, очень классный платочек, мне он понравился, вот я себе и взяла. Тоже, по-моему, 700 лир, что ли, стоил, сейчас не помню точно, вот честно не помню. Вот они, носочки, я планирую эти носочки носить сандалями. Я уже планирую все убрать, кроссовки, что-то мне хочется в сандалях походить. Вот такие вот носочки с сандалями, как вы считаете? Мне так понравился дизайн этих носков, тоже Zara взяла. Заказала. Когда я сандали заказывала, носки тоже заказала. Вот сандали, вот мои носочки. Они мне очень понравились. Это не значит, что я всегда буду эти носки с сандалями носить. Так просто для разнообразия иногда хочется надеть. Когда сандали покупала, носки мне понравились. И вот платье. Без жакета я вам не могу показать это платье. Ну, сами понимаете, короткие рукава. В общем, вот. Ну, еще мне и схуднуть, конечно, хорошо было бы немножечко. Ну, в общем, такое вот платье. И очень захотелось именно с таким вот легким, тоненьким жакетиком это платьишко. Вот такой образ, короче говоря. Сейчас покажу вам. Я когда эту сумку покупала, я представляла, что я эту сумку буду с этим жакетом и с этим платьем носить. Обувь, не знаю, какую сюда обувь подобрать. Ну, не знаю. Посмотрим. Может быть, и сандалии эти подойдут, сгодятся, как вы думаете? А может быть, другую обувь нужна? Салат нарезала, брокколи отварила. В общем, ну вот, листья салата, брокколи, черри. И заправляю оливковым маслом. Очень вкусно. Это, знаете, как салат принц. Только принц салата, те же самые ингредиенты. Только туда на заправку идет сметана и яйца. Но я яйца отдельно кладу в тарелку. Так, на две части делю. Накладываю салатик и половину яйца в тарелочку кладу, и все. Так не перемешиваю в этом салате яйца, потому что, ну, чтобы салат не пропах. Вот, из-за этого. Короче, жду время ифтара. Сейчас курьер принес заказы. Это заказ моей клиентки. Вот ее заказ доставили. Я их так ждала, так хотела посмотреть на них в реале. В магазинах я их не видела, в офлайн-магазинах. Кстати, в онлайн-магазинах сейчас все размеры имеются. Так что, если что, имейте в виду, очень классные балетки Мюли, девчонки, очень хорошие, качество хорошее. Пока есть все размеры, берите. Так, цена. Цена 1090 лир стоит. У нас ифтар прошел. Мы с Мухаммадом налопались, я как кот наелась, теперь спать захотела. Сейчас на сообщение ответила, заказы приняла, Zara выкупила кое-что девчонкам. Сегодня хочу пораньше спать лечь, потому что на тахаджуд встаю, на тахаджуд же надо пораньше встать. Третья часть ночи, в 3 часа встаю. Вот, не высыпаюсь толком. Потом сухар, утренний азан в 5:47. Ну ладно, увидимся в следующем видео. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что вы есть. И все, кто держит пост, пусть Аллах примет ваш пост, пусть Аллах примет ваши дуа. Пусть у всех все будет хорошо, иншаллах. До следующего видео. Всем пока-пока.